Мне интересно работать было с Лешей Гришиным. Интересно работать, очень интересно с Лешей. Он парень вообще огонь. С Димой Дощинским, он трудяга. Вот ему что не скажешь, он все будет делать. Леха, он огонь. Парень зажигает. Вот каждая тренировка, которую он тренируется, это радость. Но этих тренировок очень редко было. Леха, у него вот что-то ни по чем он все, никогда он не будет заставлять себя ничего не. Но если уж тренируется, он тренируется на полную. Всегда интересно с Антоном тренироваться. Проводить тренировки. Он анализирует каждый прыжок так. Потом ему надо вплоть до десятых километров в час скорость, какая на прыжке. Все вот такие детали. То есть дотошно он до тонкостей это все перемалывает, все это анализирует и все это систематизирует, и оно дает результат. А, ну, в Сане это вообще легко работать с Гуськовой. Она вот сколько мы уже она пришла в 2008 году. Да, вот и травмы бывают, и все. И она такая легкая, такая пушистая, знаете, все у нее. Раз болит коленка, раз операцию сделали, кажется, девчонка должна все. А она в легкую так все это воспроизводит, такая звездная пришла. Ой, все у нас будет нормально, все она ободряет. То есть я скажу, что мне повезло с учениками. Они, ведь я же главный тренер, это не значит, что вот я написал, ребята, идите. Конечно. Я веду тренировочную работу. Всю, я расписываю, что там надо каждому сделать, что-то там, если пойти в тренажерный зал, вот Миша пойдет, или кто-то из тренеров ведет плавание или какую-то другую вид подготовки. Значит, я каждому тоже рассказываю, кому что, где, как и где. Но в основном общаюсь со спортсменами. Мне с каждым из них по-своему приятно. А вот любимчиков у меня нету, кстати. Ну вот как бы вы ни говорили, у меня ни одного любимчика нет. Леша, как вы ни говорите, даже того же Гришина я в методах наказывания, в методах воспитательных я на чемпионат, на Кубок мира взял и отстранил. Период подготовки к Олимпийским играм. И это, кстати, сыграло. А за что? Было за что. За он знает. Да, было за что. И он знает за что. И он хоть на меня и обижался тогда, но по конечному итогу это принесло нам золотую медаль.